На выписке женский батальон. Папина дочка Даша, пока пеленали, горько плакала. Как только папа взял конверт в руки, слезы малышки высохли. Выписывали Дашу с мамой в особенный день – праздничный, 15 мая, Международный день семей. И регистрировали рождение в роддоме, а не в отделе ЗАГС. 15 мая был Международный день семьи. Это выписка новорожденных, приурочена к этому празднику. Мы поздравляем вас с этим праздником. Желаем вашим семьям мира, благополучия, процветания. С рождением малышей анапчан поздравил губернатор Кубани Александр Ткачев. От имени администрации города и края поздравительные телеграммы и подарки. Поздравляю вас. От лица губернатора Краснодарского края позвольте вас поздравить искренне с рождением малыша. Дарья, Елизавета, Валентина и Дарина. Четыре семьи анапчан стали богаче и больше. Всех мам и пап новорожденных поздравили с двойным праздником – рождением детей в Международный день семьи.